что говорит Бааля Сулам в предисловии к учению десяти сферот, в четвертом пункте, что Творец приводит человека к доброй судьбе, и добрая судьба — это выбор окружения, и только потом мы изучаем это из статьи «Свобода выбора», «Свобода воли», приводит к доброй судьбе, к окружению, говорит: возьми себе, сын мой, это хорошо для тебя. Чего хорошего? Включение в общество. Это для тебя, чтобы был фактором для усиления этого окружающего света номер два, возвращающего к источнику. И тогда это называется частный свет, частного твоего света, который ты можешь пробудить. Вот таким вот образом. И это уже начинает связь между тобой и Творцом. Этот свет, он, ты в своих усилиях внутри группы, послушай это предложение, начинаешь пробуждать отношения с ним, но внутри группы. Иначе негде работать, но с ним, с Творцом, с источником света. Если ты понимаешь эти вещи, что ты сейчас пробуждаешь связь, тебе не Ормакиф важен, не твои изменения, не так уж тебе важна и группа, но сам ты себе, разумеется, тебе важно, чтобы это все связывало тебя с источником, с Творцом. Все остальное — это средство. Если ты так выстраиваешь, так организуешь все вот эти вещи, это средство. А это цель — быть с ним в связи. Если нужно для связи пробудить свет, пробудить, включиться в группу, включиться, отменить себя, отменить, неважно что. Главное для меня все время — выращивать, пествовать эту связь с ним, с источником света. И исходя из этого, так я и работаю. Все. И тогда у тебя есть личный окружающий свет и личная скорость внутри общей скорости, которая является группой, и внутри еще общей скорости, которая является миром, и ты в этом в общем мире тоже начинаешь воздействовать своей и частной скоростью, и общей скоростью. Так это происходит.